создание национального телевидения для нас тоже своего рода явилось переломным моментом. Мы тесно стали общаться вот с вашей компанией. Мы поняли, у вас есть свой зритель. Понимаем, 3 года – это очень малый возраст, но очень сложный для становления. Вы этот путь прошли успешно. Для нашего вот контингента, как и старшего поколения, так и молодых, вы всегда доносили информацию реальную, своевременно и доступной форме. И очень благодарны мы, что вот вы нас всегда поддерживаете, наши инициативы. И сегодня вот единый день пенсионной грамотности, ваше телевидение присутствовало в художественном училище, общались мы с учащимися этого училища, и вы понимаете нашу тематику, надеемся, наше такие партнерство сохранится. Желаем вам еще больших творческих успехов, достижения всех целей и задач, которые вы перед собой поставили, всех высот, благополучия, здоровья, счастья, удачи всем членам вашего трудового коллектива.